Всем привет! С вами Громакина Ярославна. Сегодня я прочитала очень интересное, на мой вкус, на мой взгляд, сообщение, статью. Она была посвящена саморазвитию своей личности. И там попался такой интересный момент о том, что девушка, придя на одно из свиданий, принесла с собой листочек бумаги свернутый. Пока она разговаривала с молодым человеком, она сказала, что в конце вечера, что он уже как бы будет не совсем интересен, потому что она знала все те вопросы, которые он у нее спросит. И она положила перед ним листочек бумаги, на котором было написано 10 вопросов. И действительно, пока они разговаривали, все эти 10 вопросов молодой человек ей задавал. Вот. Это говорит о том, что некоторые люди настолько хорошо понимают других, и они могут, не знаю, как-то манипулировать, может быть, вызывая на определенный диалог, вызывая определенные эмоции, заставляя задавать те или иные вопросы. Поэтому, можно так сказать, я решила проверить, насколько это действенно. Начинать всегда очень трудно, и я решила все-таки записать 10 вопросов и попробовать вызвать людей на контакт так, чтобы они угадали хотя бы половину из них, да? Вот, я набросала такой вот список вопросов, сейчас я их зачитаю. Вопросы самые банальные, я запишу другое видео, в котором попытаюсь вызвать людей на контакт, чтобы они отвечали, задавали вопросы какие-то, спрашивали меня о чем-то, сама буду, может, там выкидывать какие-то подсказки. Но как только перевалит хотя бы за 5 вопросов, я это видео опубликую на своем канале в YouTube и на своем сайте нашидети.ру. Насколько это действенно. Я думаю, что это действительно очень способ действенный. Главное просто начать и понять, как себя вести в тех или иных ситуациях, чтобы люди задавали те вопросы, которые вам нужны. Я думаю, что это очень интересный опыт, это очень интересный навык, и со временем он вам пригодится. То есть не чтобы вы подталкивали людей к каким-то выводам, да, что, говорили, что вы хотите от них услышать, да, чтобы они сами вам задавали то, что вам нужно. Итак, банальный перечень будет, я пытаюсь все-таки как-то его реализовать. Не знаю, насколько эта задумка удастся с первого раза. Будем надеяться. Первый вопрос. Сколько тебе лет? Ну, простой вопрос, наверное. Хотя говорят, что у женщин не принято спрашивать о возрасте, но я думаю, что молодые люди, современные, как бы это особо не стесняются. Особенно если женщина не скрывает свой возраст, она гордится им, она считает, что выглядит хорошо для своих лет, и она обычно в этом случае легко отвечает на этот вопрос. Еще один интересный вопрос. Ты беременна? Я думаю, что если ты будешь делать вид, что загадочно, говорить, что в твоей жизни что-то должно случиться, там люди, наверное, спросят. Еще один вопрос интересный. Ты сошла с ума? Мне почему-то кажется, что некоторые люди, особенно которые любят кого-то там потроллить, прикалываться, они могут это спросить. Четвертый вопрос. Да. Тебе нечем заняться? Да, это тоже относится к категории, наверное, каких-то, может быть, пессимистичных людей, которые не особо заняты своим развитием. Когда они видят, что люди начинают делать что-то новое, наверное, один из первых вопросов, который кроется в их голове, что человеку нечем заняться. Вообще, ну, я не имею в виду, что люди должны задавать прям вопросы один в один, как я записала. Смысл хотя бы должен быть такой. Ты решила заняться торговлей или там уйти в бизнес или что-то похожее. Ты записалась на танцы, йогу, фитнес, качалку и так далее. Ты выходишь замуж? Это, наверное, излюбленный вопрос.
для особенно для тех, кто не замужем. Хотя я вроде как замужем, но, может быть, на мою страничку будут заходить люди, которые будут, не будут знать о моем статусе, и они спросят именно об этом. Ты научилась играть на иное название какого-нибудь музыкального инструмента. Я умею немного играть на гитаре, на губной гармошке. На некоторых инструментах знаю пару аккордов, но, может, прокатит. Кулинария под вопросом. Ну, или там ты научилась что-то готовить, новое блюдо какое-то, не знаю. Еще один вопрос я писала, но он очень похож на предыдущий. Не знаю, стоит ли его включать. Это связано с торговлей. Очень похоже на то, что ты решила заняться торговлей. Может быть, придумаю что-то другое, но пока так. Пока так. Как только наберется 5 ответов, но даже если они не наберутся, эти 5 похожих вопросов, да, я все равно опубликую результат, опишу свое мнение. Может быть, действительно очень сложно вызвать людей на такой контакт, чтобы они рассказали о себе. Точнее, чтобы они рассказали о тебе, пытались угадать. Это было бы легче сделать, наверное, если у тебя там десятки тысяч подписчиков, и каждый хотя бы что-то кинет. Но я не добавляю, например, ВКонтакте к себе всех людей подряд, поэтому в этом плане, может быть, будет не сложнее. Все зависит от активности, насколько людей зацепит твой опрос, твое видео. Стараюсь сделать его интересным. Ну ладно, теперь вы знаете, какие вопросы я заранее записала на бумажке. Никаких фактов о себе я говорить не хотела. Но если вам уж очень надо, пишите в личку. Обсудим. Вот. А так мы просто проверим, реально ли предугадать те вопросы, которые зададут люди. Всем спасибо, всем пока. С вами была Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайк.